Здрасте, доброе утречко, 7 утра у нас, или 9 вечера, смотря на какие часы смотреть, но это не важно. Всем, в общем-то, приветуленьки, и у нас продолжается отрадная долина, и мы продолжаем воевать с нашей лесопилкой. В принципе, войны никакой нету, это я так сказал. В прошлой серии, друзья, значит, мы поставили вот такую вот штуку, это производство планок. В принципе, планки нам на данный момент не нужны, я просто загрузил посмотреть, как это работает, доски переделались вот в такие вот поддоны, скажем так. Планки — это маленькие досочки. Стоят они на рынке дешевле, поэтому производить их в большом количестве смысла никакого нет. Пускай, в общем-то, вот это вот лежит, больше я его сюда не загружал. Ну а наша лесопилка, она, в принципе, всю ночь проработала, но остановилась. Остановилась она, потому что у нас здесь дохренище смолы собралось, и нужно ее отсюда вывести. Доски, в принципе, тоже есть, мы их отсюда тоже выведем, и все продадим, потому что нам нужны деньги. Доски, доски, доски. Доски у нас получается по 30 кубов каждого на каждой линии, их 3. Так что досок хватает. Также на прошлой серии мы выпилили здесь вот всю полянку, и за кадром еще между днями я здесь вырубил все пеньки. Что-то стримить как-то у меня настроения особого не было, а поиграть было. Поэтому с этой полянкой мы считаем, что все закончено, и сегодня поедем еще попилим другой наш лес, который находится там через дорогу, дабы наша лесопилка продолжала фурычить и производить доски и всякую прочую хрень. Ну, друзья, погнали, сначала займемся продажей всякого ненужного. Вообще, друзья, есть у меня такое сомнение, что, может быть, нам нужен склад лесхозпродукции? Как вы считаете? Мне вот почему-то кажется, что нужен. Сюда можно и смолу будет сгружать, и доски, и планки, и все, что хочешь. И стоит он 229 тысяч. Я, увы, сейчас не могу посмотреть, какого он размера, но, судя по картинке, он, падла, тоже здоровый. Я бы все грузил на склад, и, знаете, вот поигрывая между сериями, я бы это туда все загружал, чтобы у нас не останавливалось производство, или мы там стримили и все это дело забивали, а потом уже на сериях можно было бы это большими объемами все вывозить, и было бы прям круто-круто. Ну ладно. Это уже мы подумаем чуть попозже. Сейчас надо все вот это распродать, посмотреть, сколько у нас будет денег после этого. И будем думать, ставить склад или ставить что-нибудь другое. В общем-то, на данный момент задача простая. Нужно просто все продать, иметь каким-то чудом подцепить этот прицеп, потому что я криворукий. И да, все попродавать. Опять-таки, как я уже говорил, планки я пока что делать не буду. Производство поставили, потому что оно нам в любом случае-то понадобится. Но в любом случае, наша задача сейчас продать то, что нам надо. То, что нам надо продать. Избавиться от смолы. Смола у нас, кстати, генерируется в гигантских вот таких вот контейнерах. Емкость одного такого контейнера 25 кубов, то есть мы 50 кубов сразу, по сути дела, можем забрать. Их влазит целых 2 штуки на наш вот этот прицеп с автопогрузкой. Кстати говоря, по поводу складов, то что я говорил, на складах стройматериалов это все дело, если вы туда это все загружаете в маленьких поддонах, оно потом будет вылазить уже вот в таких вот контейнерах и позволит нам перевозить сразу же больше. Не знаю, сработает ли такое дело у нас со складом лесхозпродукции, вот мы, в общем-то, и проверим. Я, кстати, порыскал по карте, поискал вот эти вот все точки продажи, которые были подороже Лоуэс или что там еще было. Они находятся на других островах, и я не знаю, будут ли они работать, если туда просто приехать и не покупать территорию, потому что они вроде как глобаловские. Хрен его знает. В общем-то, пока что будем отвозить все это дело в порты. Там это точно работает. Не намного там это все дело дешевле, поэтому нет никакого смысла. И вот, друзья, мы приезжаем и продаем последние доски, которые у нас есть, которые были на складе. И что-то мне, знаете ли, подсказывает, что нам может здесь тупо не хватить денег на покупку склада. 227 тысяч мы получаем. Да, мало. Склад стоит 235, да? У нас 233. У нас нет денег на склад. А, склад стоит 229 тысяч. Тогда мы его сейчас пойдем и поставим. Вот этого товарища оставляем здесь, а переносимся, друзья, на нашу ферму. Черт, как-то даже непривычно говорить, вот это вот наша ферма. На нашу базу. Нас интересует склад. И твою мать, какой он здоровый, а? Нельзя здесь разместить, нельзя здесь разместить. А он нигде здесь не влезет. Я, в общем-то, примерно понимаю, как он будет работать. Загрузка-выгрузка. Но он здесь тупо никуда не влезает. А почему нельзя здесь разместить? Видимо, терраформингом надо здесь все выравнивать. Денег у нас на терраформинг-то и нету. Черт. Как бы вот здесь вот он еще стал бы, может быть, более-менее. Даже смотрелся бы. Вот тебе здрасте, приехали. Места у нас нету. Вот и что делать, а?
кто вот мне сейчас подскажет, вот что делать? Он падла такой здоровый, а? Ладно, попробуем вот эту вот площадку тогда выровнять. Не знаю, я с терраформингом, друзья, вообще не дружу. Я даже не знаю, под какую высоту это надо выравнивать. Но, допустим, будем делать вот под эту. Денег это отнимает, капец. Что-то мне подсказывает, что это плохая идея. Но, по крайней мере, на склад нам уже точно не хватает. Ладно, значит, сейчас будем брать кредит. Ничего не поделаешь, друзья. Но место-то надо. Склад-то ставить надо. Что поделать? Дорожку сейчас как-нибудь выровняем. Если там случилось что-нибудь непредвиденное. Даже горы сравняли, представляете? До чего техника-то дошла. Но вот это вот место-то должно хватить, наверное, да? Давайте до конца, ладно. До конца. Травка когда-нибудь здесь, конечно, вырастет обратно. Ну и придется брать кредит. Я кредиты не люблю, все об этом прекрасно знают, но что поделать. 50 тысяч. Так и живем, да. Самое главное, что этот склад может нам-то и не сильно-то и нужен. Если его как-то вот сюда поставить, а? Что сейчас мешает? Я же горы убрал, все поубирал. Местность выровнял. Там еще скорпион, правда, может мешать немножко. Менять область не удалось. Зачем ее менять? Ее же не надо менять. А если мы его вот так вот развернем? Равно какофония. То он же вроде то моргает, то желтым, то зеленым. Мы его чуть-чуть так вот аккуратненько начнем. Чуть-чуть аккуратненько он почему-то поворачиваться вообще не желает. Или он только желтым моргает с красным. Хрен разберешь. Да, вот тебе задачка. Ладно, давайте уберем скорпиона. Там прикол, что в терраформинге-то это скорее всего не все, потому что мы-то выровняли площадку. Она была немножко под углом, а площадку большую выровняли. То есть там и дорога пойдет, и все пойдет под откос. Давайте, скорпиончик, живи здесь. О, здесь даже чувствуется подъем, клон. Но он не такой сильный, поэтому это я переживу. Склады. Склад лесхозпродукции. Что тебе не нравится, дружище? Вот что тебе не нравится? Что тебе не должно мешать здесь? Вообще ничего. Он должен здесь влезать. Здесь же куча места, прям куча. Но ему все равно что-то не нравится. Падла, здоровый. Можно еще немножко гор подобрать. Скажем так, на пару метров в ту сторону взять, выкопать. Ладно, давайте уберем горы. Насколько? Вот. Блин, ну это очень дорого стоит горы убирать, ё-моё. Мне сейчас тут никаких кредитов не хватит на вот это вот все дело. Все, уже нет денег на модификации. Вы чё? Я уже все просрал здесь. Благо есть кредиты. Берем, короче, еще до хрена денег в кредит. Потом не знаю, как будем разбираться с этим. Если ты, падла, сейчас сюда не станешь, то я просто не знаю, что будет. Благо я не сохранялся. Он не становится. О, аллилуйя! Он становится сюда. Отлично. Вот оно, становится. Шикарно. Бздынь. И все. И вот он, склад стоит. Давайте-ка пробежимся сейчас, посмотрим, что мы тут испортили с дорогой. Дорога почти не испорчена. Так что все нормально. Ландшафт выровнен. Травка здесь вырастет. Ну а здесь остается вот такие вырубленные горы. Денег, конечно, куча. Зона погрузки, зона разгрузки. Доски. Да, кстати, может быть здесь в контейнерах это теперь все будет появляться. В контейнерах оно, знаете ли, даже лучше. Щипа у нас сюда. В контейнерах лучше, потому что за раз можем 50 кубов возить. А в обычных нет. Доски. Это сюда мы будем это все дело. Да, по центру мы это дело все высыпаем, а вокруг это все будет выгружаться. 300 кубов склад. То есть на вход 300 и еще на выход 300, если что. Щепа, доски, смола, бочки, ДСП, бумага, планки и поддоны. Здесь можно хранить. Отлично. Это прекрасно. Щепу сюда потом перекинем. Может быть, я даже автодрайв. Хотя зачем автодрайв? Во, у нас, в общем-то, заводы вот этот вот весь работает в доске. Сейчас, друзья, у нас куча долгов. И в ближайшее время я вот этими вот самыми досками буду пытаться их отбить. Тут все, мы себя загнали в долги ради этого склада. Сейчас я запись этой серии, друзья, прерву. И впереди у нас будет, наверное, даже несколько стримов, на которых мы будем пилить вон те вон деревья, которые у нас дальше стоят. Будем их отправлять в переработку на доски. Все вот это вот дело я буду сюда складировать. Забью склад досок, наверное. Забью, может быть, даже склад вот этот вот весь. Щепа, смола, и чтобы отбить, короче, наши минуса. У нас осталось 969 евро и еще 285 тысяч кредита висит. В общем-то, надо это все дело отбивать, выходить в плюс, ну и дальше я уже там буду думать насчет того, какое дальше производство строить. Нам надо отбить, короче, вот это вот все дело, да. Для вас одно мгновение, белый шум, а я, в общем-то, как-нибудь постараюсь вспомнить, на чем я закончил.
Здрасте. Прошло, друзья, не одна неделя даже с того момента, когда я начал записывать эту самую серию, и вот только сейчас продолжаю. И что у нас изменилось за это время? Прошло, друзья, несколько стримов, на которых мы пилили бревна и делали из них доски. На данный момент наша лесопилка полностью забита бревнами, и из нее весь товар, сколько можно было вывезти, мы вывезли. Один раз за углем еще сгоняли. И весь этот товар, друзья, вывозился на наш склад, который мы в начале этой серии поставили. Точнее, не в начале, а... Блин, это на самом деле давно было. Мне сейчас тяжело немножко ориентироваться во времени, что и как у нас давно происходило. Во-первых, щепы у нас тут 145 кубов он лежит. Во-вторых, вон, посмотрите, сколько контейнеров с досками, и есть контейнеры со смолой. Со смолой 100 кубов, с досками там под 300, да? 277-500. В общем-то, их можно отсюда вывозить, зарабатывать бабло. А также, друзья, на стримах я решил начать выполнять контракты, потому что, ну, мы тут там пилили, и контракты — это тоже полезная вещь. А, они у меня даже не приняты, поэтому мы их принимаем. Сразу культивация, там 13-е поле, посмотрите, как здорово было, да? Сбор урожая. Эх, 80-е поле, а оно на острове, и хрен его возьмешь, да? Да, а контрактик-то жирный, жирный. Ну да ладно. В общем-то, сейчас, я не знаю, можно, по сути дела, даже время... Да, кстати, погнали, покажу вам, что мы там выпилили. Начали мы выпиливать вот этот вот лес, и тут уже довольно много его выпилили. То есть вот это вот все, что вот здесь вот было, здесь был лес такой же густой, как и здесь... Он весь выпилен. Тут еще, конечно, много пилить, пилить не перепилить. То есть деревьев хватит. Засаживать я его в ближайшее время точно не буду. Ну, типа, а зачем, если еще есть что пилить-то? Но скорпиона с трактором мы оставим там, пускай они там стоят. Им там самое место. Давайте посмотрим, что у нас сейчас по цене на доски. Как тяжело их здесь искать, если честно. Планки, планки, это не доски, доски, во. Смотрите. Порт Фицджеральд, цена растет. Можно мотнуть немножко времени, чтобы она еще подросла. Давайте плюс x30 поставим. Вот она начинает расти. Дойдем до максимума. И за эти деньги поедем все продавать. По-моему, вполне себе логичный ход. А, как вам, да? Логично, логично. Теоретически должны будем отбить кредит. 285 тысяч у нас кредиты. Теоретически отобьем. Ну и в будущем я планирую в контракты, конечно. Контракты, контракты, контракты. Буду ими упарываться. Сейчас цена до максимума дойдет, только что-то она медленно растет. Все, перестала расти и начала падать. Как так-то, а? Ой, ё-моё, время начало мотать не в ту сторону. Опять кнопки попутал. Короче, порт Фицджеральд. Отцепляем наш бревновоз. Надо подцепить платформу, которую мы взяли для контейнеров. Выгружается сразу здесь, кстати, по 4 контейнера из склада из этого. Контейнерами возить намного проще, потому что сразу мы везем по 50 кубов. И, в общем-то, отвозим это все дело потихоньку и отбиваем наш баланс. Он у нас уже 63 тысячи, мы это все попродаем. Если там 270 кубов по 1300, мы почти что это дело все продаем, то кредит мы, соответственно, отобьем без проблем. Плюс посмотрим, сколько у нас денег в итоге останется. Бревна у нас там на лесопилке все загружено, все прекрасно работает. В ближайшие сутки можно будет ее даже не трогать и лес не пилить. Какие дальнейшие планы, я пока что сказать точно не могу. И сколько денег нам надо собирать, тоже я не скажу, потому что нам надо будет покупать участок. И я даже еще не рассматривал, не искал, какой именно надо брать, с каким полем, потому что производство расставлять на нашем участке, где у нас уже куплена земля, там негде. Надо будет все это дело расставлять на каких-то покупных участках. С другой стороны, честно говоря, пришел я к выводу, что играть в ферму и не заниматься всякой фермерской фигней, оно как-то тоже относительно скучно. Поэтому хочется, наверное, все-таки и полями какими-то позаниматься. Поэтому, возможно, прикупим мы что-нибудь из полей, из техники. Хотя, опять-таки, это куча денег. Я думаю, что на контрактах я смогу их пофармить как-то. Посмотрим, может быть, даже постримим все это дело. А может быть, и не будем. На самом деле, способов заработать-то здесь тоже хватает, их прилично. У нас сейчас есть возможность пилить лес, и мы этим занимаемся периодически. Ну ладно, короче говоря, сейчас предстоит мне такая работенка тут покататься много раз. Туда-сюда обратно через всю карту. Уже и так почти 100 километров наш грузовичок намотал. Я думаю, что он намотает сотню, когда я закончу, без проблем. Ну и мы уже тогда встретимся, когда я все продам, и мы будем знать, сколько у нас денег, сколько мы заработали и так далее. Вот так вот, друзья. Отвезли все, что было, кроме одного контейнера, и еще на складе 2500 литров лежит, которые набиваются вон в тот контейнер, который сзади лежит. Смолу я не трогал пока что, вроде как и без нее все хорошо. И у нас на балансе 327 тысяч после продажи всего этого дела. У нас, получается, начало серии было в среду, когда я на строительство тут кучу потратил денег, и что-то мы еще продавали. Потом два дня мы занимались просто...
тем, что пилили деревья, и вот под конец сегодняшнего дня, пятницы получается, мы тут напродавали урожай и немножко повыполняли контрактиков, что тоже в принципе хорошо. Самое главное, что кредит мы можем таки выплатить, и это прекрасно. Не люблю, знаете ли, вообще кредиты. Так, 42 тысячи у нас осталось денег, это хорошо. У нас тут еще производятся доски и участки. Знаете, я вот засматриваюсь вот на эти два участка, 250 тысяч, 246 тысяч, 276. Один владелец у них. Там вроде как ровная поверхность, недалеко от нас находится. Можно будет производство размещать там. Плюс еще буду думать, что делать с полями. Плюс, друзья, еще есть контрактики, которые я тоже планирую повыполнять как-нибудь на досуге. То, что можно выполнить и имеет смысл, все будем делать. Вот. Постримим, может быть, как-нибудь это все делать. Дальше еще лес можно будет пилить. Еще, кстати, была мысль на стримах проскакивала на нашу угольную шахту притарабанить какой-нибудь конвейер и этого угля попродавать. Потому что у нас здесь его на самом деле прям дохренище. То есть его реально здесь дохренище. И какой-нибудь миллиончик литров продать, почему бы и нет. 500 тысяч заработаем. Я, в общем-то, все это дело тоже еще обмозгую. Вообще, кстати, пишите ваши комментарии. Это полезно? Да. А еще, друзья, не забывайте то, что нужно поставить лайкусик, а если вы хотите смотреть серии заранее, то можете оформить дешевенькую спонсорку. Конечно же, отдельная благодарность всем спонсорам, кто уже это сделал. Вы, ребята, крутые, вам всем пятюня. И на этом, друзья, я эту серию закончу. Баланс положительный, поставили склад, так что мы молодцы. Будем дальше пытаться развиваться. Чем больше лайков, тем больше вероятность того, что мне будет хотеться все это дело продолжать делать. Так что дерзайте, пацаны, давайте. Не подведите меня. На этом у меня все. Всем огромное спасибо за просмотр. И всем покаки.